Оп, поясня. Давай, гэмпэ, гэмпэ. Блин, он смотрел на плечи, давайте. Что это было? Прикольный ход. Попытка в прыжке сейчас. Опа! Красавец! Опа, маунт! Все, да? Гэмпэшн, давай! Давай, давай! Ноги видал, как ставят у меня? Вот это. Чтоб не скинули, держи. Что там завяз опять? Камер, камер пишет. Зачем соскочил? На болевой хочешь выйти? Откуда как на узмалку? Ну вообще да. Да, если бы были лодки разрешены, сейчас бы уже там все в крови было. Смотри, он ему по корпусу бьет. А что, нельзя коленом, да, отсюда бить? Конечно, нет. А, все, до свидос. Что снял? Yeah. Снял бал. Достаточно. Поехали. Слушай, ну Адлан выигрывает с этим макаром. Yeah, если до решения дойдет, конечно. Да, он, мне кажется, он хочет болевой. Смотри, он что-то там пытается говорить. Yeah. Он хочет ему голову помотать. Ну, опять мало смотрит. И смотрит в угол, и смотрит в угол. Он прям по указке действует, Адлан. Смотри, опять. Опа. Что делать, говорит? Непонятно. Сергей под знаком ЛМП. Что-то делает, но он такой. Опа! Что, по моему счетчику уже 3 минуты давно прошло. Установки, вся фигня, да? Элбоу. Выходи, выходи, я думал, арбарша будет. Блин, за что такое? Что там опять, блядь? Что за веревки какие-то в руках? Что происходит? Они их вообще за это как-то. Это бинты вообще торчат из-под перчатки. Ой, блядь, вообще все. Слушай, слетела перчатка, вон бинты размотаешь. Бля, вообще так. Что сказать? Да там перематывать надо полностью. Вот. Вообще офигеть, они сейчас будут перематывать бинты полностью. Я главное его потерял. Отдыхай, но просто я противоположному искал. Thank you.
Armbar. Elbow, elbow. Armbar. Поехали. Там осталось, я не знаю, секунд 30, мне кажется. Ну, сколько-то они проехали. Давай, 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 давай! Опа, оп, оп, опять, опять, смотри, вот этот разворот. А, я понял, что это произошло. Все, 10 секунд. Орлан выиграл, короче. Красавец, давай! Поединок завершён. Дамы и господа, по завершении двухраундового боя с единогласным решением судей победа одержал от